Несмотря на близость зимы, работы в саду продолжаются. У садоводов еще есть возможность посадить новые деревья на участках. Советы для тех, кто хочет преобразить свой сад, в нашей рубрике с Верой Глуховой. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаются осенние работы в саду. Посадки деревьев и хвойников, кустарников мы еще продолжаем. Хотя уже, конечно, скоро будут холодные дни. Думаю, что в этом году где-то до 15 ноября мы можем продолжать посадки деревьев. Я хочу сегодня рассказать о крупных плодовых саженцах. Это саженцы яблонь. Сейчас здесь плодов нет, но весной они будут цвести, уже плодоносить. Шестилетние яблони, 12 сортов яблонь. Хорошие постриженные растения. И ком, великолепный ком. Не снимать эту сетку. Оставляем, только оголяем, убираем вот эту мешковину. Оголяем корневую шейку и вместе с сеткой, вот с этой и мешковиной, делаем посадку. Кроме этого, есть шестилетние сливы, груши и войлочная вишня. Ягоды прямо на стволах сидят, они называют поэтому войлочной. Если раньше деревья были где-то высотой 7-8 метров, сейчас в основном карлики и полукарлики, которые вырастают высотой до 3-4 метров. Работа осенней продолжается в саду, и мы будем еще рассказывать, как подготовить растения.